Раскаялся во всем. Сегодня Вахитовский районный суд Казани рассмотрел дело в отношении Рафиса Камалиева. Бывшего капитана полицейского катера обвиняли по статьям превышение должностных полномочий и получение взятки. Следствие считает, что он умалчивал о краже топлива и сообщал предполагаемым злоумышленникам о предстоящих рейдах. Сам обвиняемый полностью признал вину и попросил суд рассмотреть дело в особом порядке. Какое наказание вынес судья, знает Айрат Назипов. Еще до первого судебного заседания задержанного Рафиса Камалиева освободили из-под стражи. На время следствия обвиняемый оставался под домашним арестом. По материалам уголовного дела, бывший полицейский с мая по июль 2017 года получил от своего знакомого взятку в размере 15 тысяч рублей. Камалиев, руководствуясь корыстными интересами, неоднократно совершал действия, явно выходящие за пределы его полномочий, а именно сокрыл факты противоправной деятельности Хайруллина и иных лиц, действующих совместно с Хайруллиным, а также по своему сотовому телефону неоднократно передавал информацию о проводимых сотрудниками полиции рейдовых мероприятиях на реке Волга. После задержания обвиняемый полностью признал свою вину и спустя время понял ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В отношении экс-полицейского возбудили уголовное дело по двум статьям – получение взятки и превышение должностных полномочий. Впоследствии прокурор снял обвинение по последней статье и попросил суд заключить подозреваемого под стражу сроком на 3 года. У второй стороны было свое видение на этот счет. В своем последнем слове обвиняемый Рафис Камалиев просил суд не заключать его под стражу. Объяснял тем, что на иждивении у него 2 малолетних ребенка, а также непогашенная ипотека. Принимая во внимание все обстоятельства, суд приговорил бывшего капитана полицейского судна к 3 годам лишения свободы условно. Также его лишили звания капитана полиции. Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112.